Марина Терещенко провакцинировалась от коронавирусной инфекции в числе первых. Еще в октябре 2020-го врач-инфекционист решила, что раз есть возможность защитить свой организм от опасного вируса, нельзя упускать такую возможность. А уже в мае этого года Марина прошла ревакцинацию, говоря иначе, привилась повторно. И ничуть не жалеет. Обследовалась на антитела стали падать. Я решила сделать вторую вакцинацию. Я сделала первый был компонент, это Спутник Ви или Гамка Витвак, второй компонент Эпивак Корона. Сделала тоже двукратно с интервалом 14 дней. Теперь Марина делится и собственным опытом, желающими пройти иммунизацию, которых, к слову, в Зеленчукском районе немало. Конечно, признается медик, есть и те, кто сомневается в действенности вакцины. Однако, услышав, что сама Марина провакцинировалась уже дважды, свои сомнения они отбрасывают. Некоторые боятся, некоторые приходят с семьями. Один пришел, приводит с собой жену, там детей. Вот. На сегодняшний момент первым компонентом привито 9256 человек, вторым компонентом 6525 человек. Это в общем. У нас была вакцина и Спутник, и Пивак Корона, и Ковивак. На данный момент есть Спутник и Ковивак. Сейчас более активнее идут. Вот. Некоторые приезжают в гости к бабушкам, к дедушкам, тоже просят здесь. Некоторые сделали одну вакцинацию у себя дома, сюда приезжает отдыхать, тоже мы им не отказываем, всех прививаем. Сегодня прививочная кампания набирает обороты. По данным регионального оперштаба, в Карачаево-Черкесии от коронавируса привились более 80 тысяч жителей республики. 60 тысяч человек завершили оба этапа вакцинации. Всего в республике 13 пунктов вакцинации, плюс выездные бригады для вакцинации маломобильных граждан. Провакцинировав и получив иммунную реакцию, то есть иммунный ответ в виде выработки антител, мы можем с уверенностью сказать, что это является защитой от всех тех предыдущих штаммов, но еще и является защитой и от нового индийского штамма Дельта, пусть хоть и не в 100% случаев. Но вместе с тем выздоровление, оно пойдет гораздо быстрее, потому что все равно тот ответ, который есть уже у заболевшего, он окажет самую положительную реакцию. Ежедневно в Карачаево-Черкесской республике иммунизацию проходит до 1000 человек. Для создания надежной иммунной прослойки, способной остановить распространение COVID-19, в республике необходимо привить более 200 тысяч человек, что составляет 60% взрослого населения. Алина Гидиева, Назир Капушев, Олег Молхожев, Архыз 24.